Ми сьогодні говоримо з експертом по фондовому ринку, який ще до того всього підприємець. Я його знайшов по дуже крутим відео на YouTube. І, звісно, ми дамо потім і лінк на YouTube-канал «Влада». І сьогодні ми поговоримо про Китай, тому що всі базові речі там глядачі нашого каналу вже знають. А Китай – така тема дискусійна, ризикова. Хтось взагалі його боїться, хтось навпаки вважає, що це можливості. І «Влада» на каналі є пару відео про Китай, тому ми сьогодні цю тему затронемо, включно з окремими фондами і компаніями. Влад, перше питання, а як ти взагалі пов'язаний з Китаєм, крім того, що ти записав кілька класних відео про цей ринок? На самом деле, хорошо ты сказал насчет того, как я связан с Китаем, да. Один из моих базовых и вообще первых бизнесов, с которым я пришел в этот бизнес-мир, это логистика. И с Китаем работаю, ну, там, хорошо работаю, наверное, с 96-го, с 97-го года, а вот с 2000-го, прям когда уже открыл свою компанию, прям вот прям совсем-совсем. Ну, то есть до коронавируса я был минимум 2-3 раза в год в Китае, и видел, как он 20 лет развивался. 20 лет, ну, мне кажется, это уже что-то. Вот реально видел, как он развивался, и четко помню, вот, допустим, историю про Шэньчжэнь. Это наша такая логистическая база, это вообще, это центр hardware, китайского hardware, это вот, это южная провинция рядом с Гонконгом, это там 40 минут на машине от Гонконга. Да, и вот я четко помню, как где-то, знаешь, наверное, в 2006 году, вот я, допустим, приехал там, я редко бывал в июне, ну, там, приехал, допустим, в октябре 2005 года и поселился в отель, а в октябре 2006 года я уже не поселился в этот же отель, но район не узнавал. То есть я буквально вот пытался найти, потому что вот он просто вот появился как будто из-под земли. Китай меня всегда вдохновлял, поэтому я, ну, навряд ли меня можно назвать прямо таким каким-то китаеведом или экспертоведом, но вот как-то внутренне. Внутренне я в Китае уже лет 20, да. И с бизнесом тоже. Та я там тільки раз був, але теж під враженням. Я недавно записував інтерв'ю з двома українками, які в Китаї живуть. От, і ви говорили про акції, а та каже, а я взагалі не розумію, в нас ніхто знайомих не розуміє, чому китайські акції такі дешеві. Економіка росте, все, які раніше розвивається. Ну, Китай, по-моєму, єдина велика економіка, яка в ковід в плюсі була минулого року. От, крім всяких так, африканських країн. Ну от на ринку акцій інші тенденції. Та давай спочатку, може, розкажи, який твій загальний погляд зараз на китайські акції. Ти там розказував ризики, ми якісь страшилки ще для наших глядачів окремо розберемо, там про делістінг і так далі. Ну якщо астрагуватись від от, делістінга з точки зору фундаментальних показників, що ти думаєш про цей ринок? Я хочу, ну, во-первых, сразу, да, для начала немножко отступить за линию старта, извиниться или наоборот, может быть, для кого-то это будет очень прикольно, что я говорю на русском, я живу в Европе там последние 8 лет, и, к сожалению, как бы вот украинский у меня сменился словацким. И вот, ну, я надеюсь, что наши зрители, кто-то меня простит, а кому-то будет по приколу, что мы вот так вот двуязычно ведем это интервью. Это первое. И второе, я хочу взять с тебя обещание, я несколько многословен, у меня было несколько там интервью, и иногда встречаются комментарии о том, что Владислав многословен, не все понятно. Я хочу с тебя взять обязательство, если я буду многословен, ты меня будешь останавливать. А, да, це точно, так, тому що я в п'ятій маю бігти на дзвінок з клієнтом, так що я буду старатись. Тогда быстро совсем. Вот если базу взять, вот как я подхожу, вообще как бизнес, это бизнесовая идея. Я делю рынки
делю рынки. Вот мы с тобой про замечательного говорили, про Ивана Компана, да? Вот они на базе своего института, у них есть замечательный парень, который стратегиями занимается. Я думаю, ты напомни мне фамилию. Ты знаешь, он вот именно вот такой вот уже эксперт вот в стратегическом планировании. О, забыл имени. Неважно. Он говорит, я был у него на великолепных семинарах, он очень глубокий товарищ, и он говорит одну великолепную вещь. Он говорит так, выбрал рынок, выбрал судьбу. К примеру, возьмем компанию Beyond Meat. Ну, сейчас хайп прошел. Представляешь, если бы Beyond Meat организовался, ну, я не знаю, к примеру, в Амстердаме, в Голландии, и пытался бы разместиться на амстердамской бирже. Да? Ну, то есть вот, когда ты выбираешь рынок, ты выбираешь судьбу. О чем я говорю? Мне очень нравится сравнение рынков с океанами, с водоемами. Есть океан. Океан – это много и глубоко. В океане часто приходят приливы и отливы. Приливы и отливы, они большие. И в чем прикол? Они выносят даже не очень талантливые компании наверх. Потому что сами рынки по себе большие. Есть моря. Они тоже большие, но они мелкие. И есть озера, которые небольшие и мелкие. О чем я говорю? Вот этот вот океаны для меня, которые большие и глубокие, это, наверное, американский и это, наверное, китайские рынки. Вот я думаю, вот не знаю, согласишься ты со мной или нет, это рынки, которые структурные, это рынки, которые защищены, если хочешь, военно. Это рынки, которые защищены административно. Вот если мы говорим про американский и про китайский рынок, да, я уверен, что большинство из наших зрителей, и ты точно знаешь, что в Китае существует там две и уже, как сказал председатель КСИ, три фактически биржи континентальные, которые находятся внутри Китая, на которых торгуются тысячи компаний. Есть офшорная гонконгская биржа, на которой торгуются сотни китайских компаній. Слухай, тим не менш, от якщо взяти весь індекс, там MSCI World, там ти дивишся Америка, там 59%, Гонконг, ну, де китайські, там 4%. Тобто воно диспропорційно мало, там, ну, якщо дивитись на ВВП і от про те, що ти говориш, та, там на силу економіки. Ну, ми зараз не будемо там філософствувати, чому так. Нас швидше, знаєш, цікавить з тобою питання, чи це ок, що деякі люди, як я, вважають, що там Китаю може і має бути більше в, ну, як в моєму особистому портфелі. Бо зараз ж є ця страшилка, та що взагалі зроблять делістінг з американських бірж, і, значить, Alibaba і всі інші підуть там собі тільки в Гонконгу будуть, ну і це дуже сильно вдарить там по кількості інвесторів. Що ти думаєш, до речі, про цю страшилку, і чи ти, як би ти обґрунтував, чому Китаю мало би бути більше в портфелі, якщо дивитися на весь світ? Я позволю себе немножко откорректировать вот то, что ты сказал. Ну, как бы, смотри, если мы возьмем суммарно китайский рынок, я говорю сейчас про континентальные биржи и про биржи Гонконга, да, то это 19 миллиардов. Ой, 19 триллионов, пардон. Да, и если мы сравним там с 80 триллионами американского рынка, то мне кажется, это достаточно соотносимые вещи. Просто тут нельзя рассматривать один Гонконг. Да, для, понимаешь, континентальные биржи, они достаточно закрыты для сторонних инвесторов. Хотя, в принципе, туда получить доступ, ну, как бы тоже можно. Континентальные – это Шанхай и там Шэньчжэнь, да? Шанхай и Гуанчжоу. Ага, Гуанчжоу, окей. Угу. Шанхай и Гуанчжоу, да, и то, что они сейчас планируют открыть в пику Насдака в Пекине, да, вот их же основная задача – это технологические компании, это, в принципе, это кость в горле сейчас для всех мировых правительств, технологические компании, да, вот, это структура их менеджмента, да, потому что сегодня, в принципе, это вот, как заявил товарищ Цукерберг, это метавселенная, это на самом деле метакомпании, которые никак не регулируются.
Де-факто. Это же проблема стоит и в Европе, такая же проблема стоит в Соединенных Штатах Америки, и такая же проблема стоит в Китае. Просто Китай достаточно как бы прямо и быстро принимает решения, в отличие от как это, демократического мира, да, который, там, на мой взгляд, достаточно долго решается на какие-то меры, которые давным-давно созрели относительно технологических компаний. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что вот китайский рынок, он достаточно хорошо уже сравним, вот если мы возьмем все эти биржи, он достаточно хорошо сравним уже с американским. Понятное дело, что это, ну, как бы не аналог, да, но если мы говорим про альтернативу, то это точно не мелкое море, это уже все-таки океан. Ну, согласен? Про океан согласен, да. І от оцей момент, що MSCI World швидше за все не бере оці континентальні біржі, я думаю, що да, що так і є, бо там, коли я говорив оці відсотки, то це про Гонконг. Давай про делістінг, бо була ця страшилка. Я хочу ще одну запитую. Ну, от це дуже важливо. Ну, прости мене, пожалуйста, це дуже важливо, щоб ми імели от якусь понимаемую точку відчоту. А делістінг – це ж технологічна історія. Я уверен, ти з цим теж со мною согласишся. Ми зараз її розберемо. От я зробив скріншот, так як ми записуємо, то я його тобі скину, ти, якщо захочеш, виставиш це. Ребята, посадять. Це Brookings Institute, это американский институт, проводящий массивные стратегические вот такие статистические исследования. Вот есть скриншот, это прям с их презентацией. Что говорит Brookings Institute? Он говорит о том, что средний класс Китая к 2030 году, знаешь, сколько по их оценкам будет составлять средний класс, какое количество миллионов людей будет представлять из себя средний класс? Я можу фантазувати, що більше, ніж все населення Америки. 350 мільйонів. Вони оцінюють середній клас Китаю. Я зараз тебе удивлю ще більше. 380 мільйонів вони віддають на середній клас Індії. Це теж може бути один із розговорів нам на будущее. Да? 210 мільйонів вони віддають на всю оставшуюся Азію. Это Индонезия, это, ну, вот крупные конгломерации, да, там Индонезия, скорее всего, Таиланд, вот азиатские страны. То есть один Китай даст средний класс, равный населению Соединенных Штатов Америки. В этом есть свои проблемы, потому что мы, европейцы, да, и американцы будут сражаться со средним классом Китая за доступ к ресурсам. Это тоже такая, ну, как бы это, как это, палка о двух концах, да? Но если мы говорим о потреблении к 2030 году, а он не за гора, то вот мне кажется, это стоит рассматривать как базу для исчисления, для обдумывания. Интересно, как ты считаешь? Да, от ти знаєш, мій інтерес до Китаю, крім поїздки того, що я читав, був свого часу звіт PricewaterhouseCoopers, програмів, який сказав, що дивіться, 2050 рік, номер один – Китай, номер два, по-моєму, Індія і три – Штати. От. І вони там показували, це одна якраз теж з моментів, та, що і середній клас, і багатство, і ВВП швидшими темпами росте, а Китай якби показав, що можна рости там не 5 років, а 20 років швидкими темпами. Ми запустили на Прометеосі не тільки безкоштовний курс, а й платний курс, називається «Фінансова свобода. Як і куди інвестувати гроші». Починаємо навчання з 19 січня, реєстрація вже відкрита. А «Як куди інвестувати гроші» – це 60 відеолекцій, це домашки, це телеграм-чат, це спілкування на вебінарах з тренерами. Я впевнений, що якщо ви хочете навчитися інвестуванню і саме в українських реаліях, то цей курс вам дуже-дуже допоможе і буде дуже хороший інвестиції в себе, ваші знання. Більше про курс в описі під цим відео. Я зараз трошки розбавлю, бо ви з тобою зібрались такі два, знаєш, любителя Китаю. Дивись. Окей, спасибо. Страшилка про делістінг. Тобто інвестора що кажуть? От якісь там Кайманові острова, я фантики покупаю,
А завтра там комуністи скажуть, що все, значить, ваші фантики з Кайманових островів, якби цінності не мають, всі к нам в Шенчжень. Вот. Тому я думаю, нам з тобою треба розвіяти от, ці страхи. Тим більше, що в нас один делістінг уже трапився, це Діді, по-моєму, якраз. Діді, да. От, тобто прецедент, в принципі, був. Я з того, що я читаю, я навіть дам в описі до нашого відео лінку на статтю, де якраз описується, чому делістінг можливий, якщо він можливий, як це буде, там американські будуть на гонконгські переводитись і так далі. Але наскільки от ти бачиш, чи це взагалі там реальний ризик, який там в цінах чи не в цінах ще? Я бы, ну вот ты заметил мою страсть к некому укрупнению вопроса, я бы позволил себе, уже если мы говорим о рисках, а риски они есть при любом инвестировании, и риски Китая в настоящий момент, они очевидны, я бы попробовал даже делистинг укрупнить, и скорее всего, судя по тому, что делает американское правительство, в краткосрочной перспективе, в принципе, давление на Китай со стороны Америки, вот как мета, как сегодня модно говорить, как мета державы, оно будет продолжаться. В краткосрочной перспективе, ну вот так точно. И безусловно, может ли быть делистинг? Реален ли такой риск? Я считаю, реален. Риск ли это для инвестора или очередная возможность? Это тоже большой вопрос, наверное, который мы дальше обсудим. Вот на удивление, не на удивление, вот мы с тобой сегодня снимаем интервью, это среда, 15 декабря, нашу беседу, это не интервью даже. Сегодня господин Блинкен, если я не ошибаюсь, в Индонезии, у него вообще большой такой тур, это американский вице-премьер, он ездит по странам Ближнего Востока и по нескольким. Сегодня он в Индонезии, по-моему, послезавтра он в Таиланде или в Малайзии. И мы прекрасно понимаем, что он ездит по поводу Китая. То есть там, их задача как-то там, обозначить свои позиции и понять позиции азиатских партнеров по взаимодействию с Китаем. То есть я бы первое сказал, что действительно китайский риск присутствует, политический, геополитический риск, он присутствует, это правда. И тут нечего как бы в этом. Заложено ли в это в ценах? Мой ответ будет, я боюсь, он большинство наших слушателей не очень устроен, я не знаю. Ну, как бы, может ли Alibaba, я в каждом своем видео говорю, может ли Alibaba стоить $100 или 80 за акцию? Может. И даже без делистинга может. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Может, такой риск есть, и никуда от этого не деться. Делистинг – это как одно из реализаций этого геополитического риска. Может ли Китай, допустим, напасть на Тайвань? Да, это будет тоже такой военный геополитический риск, да, который тоже не, ну, достаточно очевиден, да, потому что вот, Китай очень жестко реагирует на заявления каких-либо стран о независимости Тайваня. Да, Китай там претендует. Ну и мы видим вот это вот ерзание вокруг Тайваня. Да, последний месяц оно, ну, там, я не могу сказать, что у меня там есть какое-то внутреннее ощущение вот прям такого мега-обострения, но оно есть. Вопрос того, является ли вот прям совсем Китай инициатором, или это скорее его реакция на действия Америки? Ну, это такое, это мы можем до утра с тобой болтать. Да, я думаю... Это нам треба буде якісь, знаешь, ток-шоу йти. Да, я как бы, ну, мы просто, наша задача это обозначить. Есть ли риск делистинга? Да, я считаю, что есть риск делистинга. Причем риск, вот ты сказал про Диди, Диди же сам ушел с рынка. Да, я хочу, чтобы это понимали наши зрители. Это не Диди вынудили уйти с рынка. И... Слухай, а вот если мы про кейс Диди, с одной стороны, Китай вырастил своих технологичных чемпионов. Фактически единственная страна в мире, где там есть там, аналог Гуглу, Амазону и всем іншим свій. Сторони, от з літа повіяло холодком в регуляціях в сторону цих технологічних гігантів, там і ці по кібербезпеці правила, і ще якісь правила. Ну і це ми бачимо, як сильно вдарило по їх акціям. От
Буває державна, по-моєму, китайська газета, яка написала, що відеоігри погано для підлітків, що в принципі понаднормово так і є. Да? Але там зразу був переполох, акції Tencent обвалились. А як ти думаєш, наскільки це ризик? Тому що з одної сторони, якби ну, своїх же чемпіонів там різати ніхто не буде, з іншої сторони, от в нас було пару таких регуляцій, які десь негативно по них вдарили. Мое мнение какое? Мое мнение такое, что китайское правительство достаточно четко, ну, как бы, и мне вообще нравится то, как действует китайское правительство. Расскажу почему. У них, вот, очевидно, есть некое соблюдение паритета, да, вот, чего мы хотим в наших портфелях, да, соблюдение паритета рисков. Да, чтобы наши инвесторы, те, кто слушает нас, те, кто образовывается, понимали, да, что облигации облигации тоже рознь. Да, и там и складывали портфель не по названиям активов, да, а по паритету риска. И вот то, чего, допустим, мне немножко не хватает, допустим, на американском рынке, да, это лоббистское влияние крупных корпораций на принятие решений. Да, это тоже очевидно, правда? Да, багато типу... розмов, що зарегулюють біктек, і поки візи нині там, здається, по регуляції. Медленно, да? Два, як говорять в Одесі, я одесит, да? Два шаги направо, шаг вперед і два назад. Вот так вот это выглядит, да? Как поется в одесской песне. Вот в Китае там есть там четкое разделение. Китай, по моему 20-летнему опыту ведения бизнеса, как они действуют? Да? Ты открываешь компанию, тебя никто не трогает. Но когда ты становишься большой, заметный, да? Тебе приходят и как бы проговаривают правила. Они для всех понятны. Они для... Мне это напоминает очень время вот Кучмы, когда он был. Да? Были, вот, не было закона, были правила, но все по этим правилам в Украине работали. Да? Вот, а дальше как бы вот началась такая вот чехарда какая-то. Я не хочу сказать, что это правильно, но оно так есть. Китайское правительство, китайская коммунистическая партия, она четко обозначает свой... как бы вектор действия на ближайшее время. И этот вектор действия, судя по результатам, которые мы видим на улицах Китая, этот вектор действия действительно направлен на рост среднего класса, не на удовлетворение успехов технологических компаний или военных компаний, или еще кого-то. Это реальная история про рост благосостояния людей. Рост среднего класса приведет к увеличению потребления услуг тех же самых технологических компаний. Сегодня, действительно, помнишь, когда-то вот, когда-то у Гугла был такой даже слоган, как-то он там звучал, типа «We are not evil», да? «Мы не дьявол». Да? Да. Но сейчас Google – это дьявол. Ну вот реально, его как бы влияние на то, что происходит в экономике, да, там, оно катастрофическое. Поэтому я думаю, что китайское правительство, оно больше действует с оглядкой на людей, чим на, ну, как би, на технологічні компанії. Я думаю, що в нас точно люди, які там зараз будуть нас кидати комінцями, що як же так, комуністичний Китай десь краще, ніж демократична Америка, ну, але це, мабуть, не наша дискусія. Давай поговоримо, от, припустимо, є люди, які десь погоджуються з нами, що ми Китай не можемо ігнорувати в портфелях, і в них постає питання, як же їм інвестувати. Ясно, що Alibaba – це окрема тема, в тебе було велике відео, ми до неї ще дійдемо. Давай в цілому. От мій підхід, я там подивився пару ETF-ів, вибрав один ірландський і купив якби весь китайський ринок. Я читав, що KWEB є такий ETF, незважаючи на все падіння цього року, він єдиний ETF з нішевих, який в топ-20 по inflows, ну, тобто по притокам за рік, там пару мільярдів притоків. Тобто, з одної сторони, акції падають, з іншої сторони, от люди, ну, не люди, інвестори, там, інституційні, несуть гроші в KWEB і пару мільярдів занесли. От як ти підходиш чи рекомендуєш ти, інвестувати в Китай через фонди, брати тільки там технологічний сектор, чи просто навіть окремих компаній портфель набрати? Ну,
та позиция, которую я озвучиваю на канале, безусловно, китайские акции там занимают крыло рискованных инвестиций. Да? И у меня на канале есть такое, мы каждый месяц подводим итоги нашему такому стандартному средневзвешенному портфелю. Это там никакая не индивидуальная история, это просто история попытаться, я надеюсь, мне хватит терпения и моим зрителям тоже хватит, мне хватит терпения снимать, моим зрителям меня смотреть. Вот. И хочется вот как-то смотреть, разбирать, как в те или иные погодные, я имею в виду на улице времена, ведут себя те или иные портфели, и я туда складываю технологический ETF. Вот, есть огромный недостаток у этого технологического ETF, внутри него нету Алибабы, и это тоже достаточно, ну, вот в Китае нету S&P 500, да, вот нету такого широкого индекса, все-таки это не такой большой рынок, как американский, когда бы мы могли купить 80% китайского рынка. И там действительно есть чемпионы, если их сложить в какие-то индексы, они приводят ну, к сильному дисбалансу внутри индекса. И мы покупаем China Triple Q, это технологический аналог QQQ, аналог NASDAQ. CQQQ, по-моему, да? C, да, я бачу. Да, да. CQQQ. Мы покупаем технологические компании, и поэтому мы складываем китайские технологические компании вот туда вот в рискованное звено. Вот, и как пассивная инвестиция, мой взгляд сегодня, это вот такой оптимальный выбор. Вот. Единственное, что для тех, кто хочет иметь там, более продвинутый портфель, можно действительно докупать Alibaba как отдельную компанию в догонку или вкупе к этому индексу. Так, ну от в нас вже в глядачів є вибір або CQQ плюс віддільно, або K-Web, там, по-моєму, є Alibaba, ну це теж не весь Китай. Да. Класний індекс. Я даже думаю, ти знаєш, я в кінці года, вот сейчас думаю, извини, перебил тебя, нет, думаю о делать ли ну, аллокацию, срезать ли акции в этом году или все-таки еще подождать, да, как бы и перекладываться, в частности, в Китай. И я думал, что если буду перекладываться, то выберу вот K-Web как одну из альтернатив. Ну там K-Web дорогий, він 0,7, по-моєму, коштує. Глянь ще FLXS, вот фонд, який я взяв в портфель, він значно дешевший, він в Європі. Ми дамо лінк під цим відео, я тобі теж потім скину, тому що мені здалося, що схоже не те саме, там, ніж K-Web, але ціна значно дешевша. Хорошо, якщо дивитись от на мультиплікатори, я так розумію, що в Америці там 30-40 технологічний сектор, ну більше 30, там як в Aero.com'ів, да? А тут ми бачимо якісь 15-18 суперприбуткових успішних компаній, тобто тут виглядає, якби з однієї сторони ризик, да, ми проговорили, з іншої сторони це просто величезна можливість. Да? Давай тоді вже про цю Alibaba поговоримо, бо це гарний, мабуть, приклад того, про що я кажу. Хто хоче більше Alibaba, то влада є велике відео, там Alibaba мінус 50, різкі можливості, ми даємо лінк на нього. Розкажи от, там за 2 хвилини, що ж ти розповідав про Alibaba. Ты знаешь, я вот прямо сейчас, у меня есть такая небольшая образовательная программа, сейчас в связи с загруженностью я делаю запись и буду предлагать тем, кто захочет, запись моего интенсива. А тем не менее, чтобы не терять сноровку, периодически, когда собираются желающие, я провожу офлайн. У меня сейчас проходит, и вот мы буквально вчера разбирали, что такое ПЕ, и пытались оценить, вот ПЕ, ну я не знаю, там мы вот, там слушатели моего курса какие-то акции накидывали, и мы пытались их просмотреть, вот growth, value компании, да, вот там Apple, Facebook, почему, как, да, и вот, к примеру, смотрели компанию Square, ну я думаю, слышал про такой технологический стартап, финтех стартап, и уже не стартап, уже прибыльная хорошая компания, они сейчас достаточно как бы сильно, мне кажется, чересчур пересматривают свою стратегию в сторону вот криптовалют, ну неважно, не об этом, и там ПЕ там 200 с лишним,
с небольшим лишним. И вот мы пытались оценить, а вот это дорого, дешево. Да, я пытался как бы немножко своих слушателей отучить вот от этой формулировки «дорого, дешево». Да, почему? Да, может быть, оно за 200 и, ну, выглядит и дорого. Но если мы попробуем это как-то экстраполировать с тем, какой рост мы ожидаем от этой компании, да, то, может быть, это и дешево. Согласен, да? То есть я предложил своим слушателям сместить акцент не в сторону оценки дорого-дешево, а в сторону оценки как бы safety margin. Насколько риск инвестирования на этот уровень, то есть понятно, что когда инвесторы платят PE 206, то они закладывают, ну я не знаю, 100%, ну минимум 80% рост ежегодный, чтобы эта компания имела какую-то адекватную стоимость в дистанции 5 лет. Мы с тобой понимаем, да, или Теслу, там, да, которая имела какой-то вообще PE сумасшедший, то есть она должна была расти там 150-200% год к году, чтобы текущая цена была хоть как-то разумной, хоть на что-то. Согласен со мной, да? Вот. Поэтому если мы возвращаемся к Alibaba, то те ростовые прогнозы, которые мы можем заложить в эту компанию, и которые эта компания может дать, показывала исторически, показывала ну, как бы менеджерские усилия и менеджерские способности, да, куда они сегодня инвестируют, на каком рынке они инвестируют, то сегодняшняя цена выглядит крайне дешевой для долгосрочного инвестора. Та, ну у нас схожий погляд з тобою, бо мене клієнт недавно запитував, а ми не аналізуємо акції окремих компаній, ну це дуже важко і дуже енергозатратно. Я йому кажу, дивись, от типу аналітики, там можна на Яху, можна ще на пару сайтів глянути. У них там всіх рейтинг либо buy, либо строт buy. От тобі ризики ті, що ми з тобою проговорили, їх ну, обов'язково треба розуміти. Ну і виходячи з цього, ти вирішуєш. От. Ну, Alibaba, вона там взагалі, в них же ще мало того, що прибутки великі, в них багато кеша там от, є. Тобто, да, для багатьох це виглядає як така велика можливість по Alibaba. І я хочу, ну, как бы все-таки расставить или поставить знак ударения в одном месте. Почему? Потому что слушатели, вот по опыту моего канала, я уверен, у тебя приблизительно такой же опыт, они слушают меня, слышат фразу «в средней долгосрочной перспективе» и там через неделю, ну, правда, не пишут, потому что я прямо проговариваю, что Alibaba может стоить там и 100, и 80 долларов, да, и пишут комментарии «вот купили, она упала». Ну, понятно. Ребят, вот очень важно ну, вот разделять то, что происходит там в моменте, и те риски, о которых мы уже с тобой проговорили, да, есть и риски и по китайскому регулятору, то есть по действиям самого регулятора, есть риски и геополитические, да, есть риски и юридические, то, о чем ты говоришь, схема формирования, ну, как бы квази-акций, которые торгуют, да, есть риски психологические, связанные с делистингом, потому что технологически у вас остается возможность покупать и продавать акции, да, будь то на OTC-маркете, да, это внебиржевом рынке, да, или совершенно спокойно идти покупать, и доступы на гонконгские биржи дает там и Freedom Finance по совершенно адекватным ценам, да, и Interactive Brokers, и, я не знаю, Exante, ну, я не знаю, кто где торгует, вот по твоему опыту, да, может быть, кстати. Вот, то есть вы совершенно спокойно можете купить. Будет ли провал в этот момент по цене? Конечно, будет. Да, мы понимаем, потому что институционалы будут продавать, потому что будут продавать те, кто испугается, да, но это, наверное, будет возможность для нас. Так, так. Я думаю, що оцю основну ідею довгострочного інвестування і ти на каналі, дякую, я на каналі доносим, все-таки хто хоче там сигналів і так далі, і заробити в моменті там 30% годових, то це точно не до нас. Ще класно от про Сквер ти сказав. Я на каналі знімав про Price to Earnings відео, і, по-моєму,
робив, не пам'ятаю. Є forward price to earnings, коли ми дивимося на майбутні прибутки. От для наших глядачів, да, насправді часто корисніше дивитись на forward price to earnings в перспективі там 5 років. Тоді картинка може бути більш, як в випадку Square, збалансована. Влад, класна розмова, я би з задоволенням ще раз поговорив. Єдиний час закінчується. Нам треба буде ще Індію взяти і ще по ній пройтися, і заодно там, крім Індії, ще захопити Малайзію, Індонезію, В'єтнам, оцих всіх тигрів. Бразилія, там, да, теж інтересно, достатньо великі ринки. Мілкі, к сожалению, но великі достатньо, да? Так, да. Я от, знаєш, читаю UBS, вони там за Азію, потім почитаєш там JP Morgan і хто там, Bank of America, вони там, типу, різк. Проти. Дуже цікаво, знаєш, іноді різні точки зору почути. Слухай, ну, маленьке побажання нашим глядачам, Китай не Китай, як їм все-таки грамотно підійти до цього свого великого світового портфеля? Первое, 22-й год, все-таки, у нас же еще есть один бонус, мы уже в преддверии католического Рождества, Нового года и христианского Рождества, поэтому уже, в принципе, можно говорить о годе будущем. Первое пожелание – набраться терпения, потому что 22-й год будет турбулентный по объективным и по субъективным причинам. Очень много всяких разных неопределенностей, это будет влиять. Да? Американский рынок очень дорогой, а это значит, рынок будет очень нервный, и волатильность – это будет наш девиз на следующий год, если не произойдет каких-то очередных, там, я не знаю, триллионных вливаний там, в экономику и там, еще чего-то. Ну, то есть, вот реально хочу, вот по-настоящему, и сейчас как-то вот ментально и информационно перестраиваю своих слушателей на терпение. Ну и вообще, я думаю, ты согласишься, терпение для нас – как бы для инвесторов, для пассивных инвесторов это один из самых ярких активов, которые мы должны укладывать в свой портфель, правда? Та, ну щоб 10 років посидіти на ринку, то терпіння точно основне. Вот, хочу пожелать вам терпения. Второе, что хочу вам пожелать в это время непростое, чтобы терпению было легче, это инвестировать безопасную для себя сумму. Вот это очень важно, потому что, да, ты же прекрасно знаешь, вот эта психология, о которой мы с тобой в двух словах говорили до того, как нажали клавишу «записывать», она как бы подтаскивает не только, подтягивает желание не только инвестировать во что-то, что может быстро принести 30%, ну или много инвестировать в то, что принесет, да. Вот у меня есть, я всегда на канале рассказываю там про тест на жену. Знаешь, когда вот если какой-то актив упал на, там, на 30, 40 или, не дай бог, 50%, вот чтобы сумма, которую вы инвестировали, было не стыдно сказать жене, что вот актив упал на такую сумму. Вот у меня есть такой тест на жену, знаешь, вот я не знаю, зайдет ли тебе такая формулировка, но у меня вот, я говорю, ну вот, да, вот мы вложили там вот такую сумму, ну и да, сейчас переоценка минус 50%. Ну, жена говорит, ну и ладно. 50 и 50. Вырастет? Ты говоришь, вырастет. Все окей, вперед. Да, то есть вот для меня это такая семейно-безопасная сумма, тест на жену. Вкладывайте безопасную сумму. Будьте аккуратны, не заигрывайтесь этими какими-то там сумасшедшими ожиданиями. Ну, как бы их реализовать непросто. Да, и страхи возрастают очень сильно, и лихорадочные движения как бы... они точно не идут на пользу доходности вашему портфелю. Да? Вот этого хочу пожелать каждому из наших слушателей вот на данный момент. Не знаю, согласишься ты с такими пожеланиями? Я сейчас, да, честно тебе скажу, я сейчас больше пессимист. Я сейчас больше пессимист, потому что, ну действительно, ситуация такая непростая во всех отношениях. Так, ми подивимося, як воно буде, але за тест на жену я би точно поставив тобі лайк, тому сподіваюся, ті, хто нас дивляться, це зараз зроблять. Пішли. Да, да.
підпишуться на твій канал. Ну і в принципі, я вважаю, що всім, хто додивився до кінця, і, мабуть, це якось корисно було, тому лайк – це як обов'язково поставити за наш з тобою час, як мінімум. І пишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку про Китай, про ризики, про можливості, про оцінки. От. І також, чи варто нам ще зняти ще одне відео про Індію і про решту Emerging Markets. До нових зустрічей на сьогодні в бюджеті. Влад, дякую за твій час теж. І то же саме для своїх зрителів, тому що наше ж відео вийде на моєму каналі. Ребята, підписуйтесь на канал Любомира. Вони роблять огромну, інтересну работу. Я постоянно слежу за тем, что делаешь ты, Любомир, и твоя команда. Я знаю, что у вас есть там команда, да, которая двигается. Вот. Это точно будет полезно. Вот на 100%. Поэтому лайк и, конечно же, подписка. И Любомир активно и в Фейсбуке, да, выкладывает. Я, к сожалению, не очень слежу за Инстаграмом, но в Инстаграме тоже есть, да? Да, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, да, только можно. Окей, договорились. Я тоже ссылки дам, чтобы было легко найти тебя во всех социальных сетях, какие удобны нашим телезрителям. Спасибо огромное за время, Любомир. Спасибо огромное всем телезрителям за время.